А нині з нами на зв'язку має бути Аліна, киянка, батьки якої мешкають в Ордло. Аліно, вітаємо вас. Здравствуйте. Вам дякуємо передусім, що знайшли час і можливість, і сміливість поспілкуватися. Хотілося б почати, власне, з захворюваності. Ось пан Снігирьов каже, що смертність чи не найвища в світі. Яка ситуація нині з захворюваністю на окупованих територіях? Я не могу назвать вам какие-то четкие цифры, но вот в середине июля у меня заболели родители, в частности, еще бабушка с дедушкой, то есть у меня заболела одномоментно вся семья. А проблема была очень острая, потому что, во-первых, когда забирали на скорых, доставляли их в те больницы, не которые были ближе к месту жительства, а в которых вообще было место. А маму с папой забрали в Макеевку, дедушку с бабушкой забрали в Шахтерск. И это абсолютно разные точки в Донецкой области, и, соответственно, ты просто разрываешься, чтобы тебе можно было попасть и к одним, и к другим. Я не могу назвать, опять же, какие-то точные цифры, сколько заболевших, но то, что я слышу от людей, которые, опять же, тоже приходят к своим родственникам, ситуация действительно критическая. Люди могут лежать даже в коридорах, в больницах специальные этажи выделяют для ковид-больных. И из-за того, что не хватает места, люди действительно могут лежать чуть ли не в коридорах. Смертность очень большая. Говорят, что морги просто переполнены. Поэтому, если есть возможность, хороните своих родственников прямо в тот же день. То есть это просто ужасная ситуация. И начинается она буквально с самого начала. Как только человек заболел, врачи, к которым мы обращаемся, а, как правило, это уже пожилые люди, они могут просто вот в случае, как было с моим папой, порекомендовать пить витамин А, пить водичку и лежать дома. Будет лучше. То есть в любой момент станет плохо, а кто за это несет ответственность, вот это уже непонятно. Аліно, ось щодо лікування, а дійсно, ну ось ви зараз зазначили таку рекомендацію, а що з ліками? Тому що мені відомо, що досить складна ситуація, і коли там людям навіть призначають якесь лікування, то ліків немає і доводиться, ну, будь-якими шляхами намагатися знайти ті чи інші препарати. Как правило, те лекарства, которые назначает врач, если он их все-таки назначает и не просит просто попить витамины, они есть в аптеках, потому что это как-то между собой согласуют. Но в основном, если есть хоть какая-то вероятность того, что сейчас перед тобой сидит ковид-больной, они автоматически назначают антибиотики. И это, как правило, даже не один. Помимо этого, стоит сказать, что тесты, вот ПЦР-тесты, они ужасно работают. В большинстве случаев даже ковид-больные почему-то все равно имеют негативный тест. В том случае, даже когда экспресс-тест показывает, что да, ты позитивен, да, у тебя ковид. И, соответственно, вот непонятно, каким образом тогда врачи могут ориентироваться, какой именно перед ними сидит пациент. У моей мамы очень долгое время писали, что у нее просто бронхит, что просто сильно человек вот заболел, о ковиде речи не шло, хотя экспресс показывал позитивный, ПЦР показывал негативный. Аліно, скажіть, будь ласка, як давно ви були в Ордло? І я, до речі, нашим глядачам, ну, принагідно, теж хочу розповісти, чому так, і пояснити, чому не показуємо Алінине обличчя, тому що вона там, буває там перебувають її рідні, ну, відповідно, з міркувань безпеки. Аліно, я вернулась 2 недели назад, вот ровно 2 недели назад, и, собственно, это был последний день, вот когда выписали родителей, бабушек, дедушек. Ми ось тут згадували інформацію і від розвідки, і від пана Снігирьова. Він є учасником досить часто наших етерів. Що завезли замість спутника, так, ще не сертифіковано в Російській Федерації, спутник Лайт, замість спутника ВІЗ, спутник Лайт. Що відомо, що люди говорять, чи дійсно відбувається вакцинація ось цією незрозумілою, не сертифікованою, так, до кінця ще не вивченою вакциною, і, можливо, більше нам розкажете про це. Наскільки я знаю, і от на той момент, коли я там була, це 2 тижні назад, я знала, что людей прививают только спутник ВИ. Это единственная вообще доступная вакцина. Она, можно так сказать, в свободном доступе до людей. Нужно просто обратиться к врачу, он там уже перенаправит. Каких-то суперобследований для этого не требовалось. И я знаю, что, ну,
Это как бы так неофициально, но врачи могут предложить альтернативу спутнику ВИ. Если тебе там очень сильно хочется другую вакцину, выезжай на территорию России, например, там в ближайший Ростов или Ростовскую область, и там уже вакцинируйся какими-нибудь альтернативами. А если не ошибаюсь, Covivax, кажется, есть там. Угу. То есть вот все, что я знаю про вакцины, это вот, вот так. Угу. Аліно, ну і на сам кінець ось щодо перетину. Наскільки складно так було дістатися? Щось змінилося? Сложно добираться именно в плане затраченного времени. Допустим, чтобы мне добраться до моего родного города, я потратила 36 часов в одну сторону. И это с учетом огромнейшего количества времени, которое я потратила на двух границах. Как правило, тут уже как повезет. Если условно все очень быстро движется, можно пройти границу за 20 минут. Или же стоять на границе 11 часов, как это было у меня, потому что, например, выезжая с так называемой Донецкой республики в Россию, полностью была забита даже нулевая зона, россияне не хотели по какой-то причине пускать в себе на территорию именно оперативно. И вот я, в свою очередь, а передо мной было в районе 10 машин, я ждала 11 часов. Почули. Аліно, дякую вам, що доєдналися до нашого етеру, що розповіли, яка нині ситуація. Аліна, киянка, батьки якої мешкають в Орлу, була з нами на зв'язку. Ми ж тим часом ось хотів